Современный мир просто немыслим без транспорта, он упрощает нам жизнь и облегчает решение многих задач. Порой мы просто не задумываемся, как устроено дорожное движение, мы просто стараемся быстрее и с комфортом добраться из пункта А в пункт Б. Однако, для того, чтобы дорожное движение было безопасным, необходим целый комплекс соответствующих мер и правил, от выполнения которых напрямую зависит здоровье и жизнь участников дорожного движения. За выполнением этих мер и правил следят соответствующие службы, одна из которых – госавтоинспекция. Сотрудники ГАИ ежедневно следят за тем, чтобы дорога была безопасной, а ведь многие участники дорожного движения даже не представляют, как организована и насколько сложна работа этой службы. Дмитрий Качан, инспектор дорожно-патрульной службы, знает не понаслышке, насколько дорога может быть опасной. Служба начинается с инструктажа, теоретическая часть, практическая часть. Затем проходим освидетельствование, осмотр, получаем путевые листы, вооружаемся и выдвигаемся на свои патрульные участки. У каждого инспектора при заступлении есть свой патрульный участок. Город делится на участки, и на нас возлагается обязанность по контролю за соблюдениями правил дорожного движения водителями. Но основной задачей, конечно же, является здоровье, имущественная ценность, жизнь наших граждан. Самое сложное – это, наверное, видеть ДТП, когда есть пострадавшие. Это, наверное, самое сложное. А остальное, как бы, все терпимо. Когда причиняется вред здоровью граждан, это, наверное, самое непростое – видеть это, когда они пострадавшие в результате ДТП. Видя, что машина ездит в транспортном потоке, уже, как бы, по поведению водителя можно заметить, что что-то не то. Либо там у человека нет, не пристегнут ремнем, либо какое-то другое, не особо значительное правонарушение. И когда, конечно, едет водитель в состоянии алкогольного опьянения, то чаще всего это видится в потоке. Если останавливаешь, действительно бывает пьяный водитель. Хотя, в принципе, и был уверен, что будет человек, который находится в состоянии алкогольного опьянения. Приходилось преследовать. Тоже основная задача, чтобы человек не причинил никому вред, ни здоровью, ни имуществу, и в том числе не самому себе. Приходилось догонять и водители, которые управляют в состоянии алкогольного опьянения повторно в течение года, им грозит уголовная статья и конфискация транспортного средства. Тогда люди ведут себя вообще по-другому, они пытаются скрыться, убежать, чтобы их не задержали всевозможными способами и методами уйти от ответственности.
Когда само преследование, особо эмоций нет, пытаешься быстрее, чтобы это все как бы предотвратить, чтобы не пострадали иные участники дорожного движения. А потом уже, да, когда дома или в конце смены уже перевариваешь, что было и как эта погоня проходила. Может, где-то ролик смотришь, потому что бывают моменты, которые, возможно, упускаешь. Вот так как бы, как страха или какого-то такового, ничего нет. Больше как бы и адреналина, наверное, нет. Все спокойно. Надо передавать дежурную часть, куда едет человек, пытается скрыться, чтобы ориентировать другие наряды в случае чего для того, чтобы его задержать. Поэтому как бы особо времени на переживания нет. Для того, чтобы поддержать себя в форме, проводится физическая подготовка. Есть спортивный зал в Барановичском ГУВД. Также на каждом инструктаже отрабатываются боевые приемы борьбы для того, чтобы задержать с наименьшим вредом гражданина. Водители, совершившие правонарушение, пытаются чаще всего скрыться, убежать и оказать неповиновение, либо даже сопротивление при их задержании, потому что на кону стоят их транспортные средства и большие штрафы, уголовная ответственность предусмотрена за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому и приходится догонять, задерживать, применять физическую силу, порой специальные средства. Если же транспортное средство на неоднократное требование не останавливается, в соответствии с законом органов внутренних дел применяется и огнестрельное оружие для повреждения транспортного средства. Ну, стараемся, чтобы этого происходило гораздо меньше. 0190, Бранович. На связи. Автомашина Мерседес 300-246 на остановке. Пьяный водитель, вывернуто колесо. Заявитель пока подождет. Вроде там возле машины где-то ходит, на двор пошел. Резко 246, крик на остановке. Пьяный водитель. Чаще всего наша работа направлена, конечно, на профилактику, но также работаем с уязвимыми участниками дорожного движения. Это пешеходы, которые в темное время суток не обозначают себя, их не видно, переходят в неустановленном месте. Также данное правонарушение совершается в состоянии алкогольного опьянения, что отягчает это. С водителями в городе Барановичи проблема у нас состоит актуальная с непропуском пешеходов, также с ними же, с уязвимыми участниками дорожного движения. Обгоны. Также часто встречается водитель, лишенный права управления и, соответственно, водитель в состоянии алкогольного опьянения. Сказать, что больше всего нравится в работе, не сказал, потому что как бы особо за работу я не принимаю. Это больше как образ жизни, обеспечивать безопасность дорожного движения.